рассказывать. Тихонечко, меня слышно? Слышно? Где мы с вами находимся? Рассказал мне наш экскурсант, что мы находимся в Севастополе. И мне хочется начать свой рассказ словами Льва Николаевича Толстого, который участвовал в первой обороне Севастополя, сражался на 4-м бастионе. Не может быть, что при мысли, что и вы в Севастополе, проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, чтобы кровь не стала быстрее обращаться в вашим жилам. Мы с вами находимся возле мемориала, посвященным героическим защитникам Севастополя. Вы видите изображение воина, такое в советском стиле, правда? И своей рукой он отражает штыки. Первый штык символизирует Марш!